Продолжаем выпуск. Начальник районного отдела образования предстанет перед судом. На сегодняшний день Следственный комитет Калмыкии завершил расследование уголовного дела по факту превышения должностных полномочий. Установлено, что исполняющая обязанности директора подведомственного отдела образования учреждения, выполняя незаконные требования обвиняемой, переводила денежные средства в общей сумме более 26 тысяч рублей на банковский счет начальника отдела образования. По версии следствия, в середине июля 2019 года начальник районного отдела образования в целях получения для себя выгоды имущественного характера в виде денежных средств, достоверно зная, что исполняющая обязанности директора подведомственного ей учреждения находится от нее в служебной зависимости, высказала требование передавать последнюю свою заработную плату.